своих сюжетах мы стараемся вам рассказать о реализации различных программ и проектов в районе. Один из них – это национальный проект «Культура». Благодаря ему в Кашихабльском районе появится вторая модельная библиотека. В начале сентября в Бличипсинской сельской библиотеке начались ремонтные работы. Отделочными работами занимается подрядная организация ООО «Домострой» АУ «Бличипсин». Общая площадь составляет 150 квадратных метров. Уже выполнен достаточно большой объем работ. По словам прораба Заурбия Желкашева, в обозначенные сроки сдачи объекта они укладываются. В ближайшие дни должны установить двери и заменить лестницу. В зависимости от объема на объекте работает до 10 человек. За ходом модернизации наблюдает директор межпоселенческой централизованной библиотечной системы Фатима Хакунова. В рамках национального проекта «Культура» у нас на данный момент проходят ремонтные работы. Полностью будет модернизация после завершения этого ремонта, этого проекта. Что включает в себя модернизация? Какие кабинеты будут? Какие комнаты? У нас будет детская игровая зона, компьютерная зона, где любой может прям через соцсети получить информацию ту или иную. У нас будет хачаш, принимать гостей, проводить кое-какие мероприятия, приуроченные к каким-то определенным датам. Зона ресепшн, читальная зона у нас будет, естественно, и общий зал, где будут проводить мероприятия. Для работы в новых условиях сотрудники прошли дополнительное обучение. И хочется отметить, что штат увеличится на одну единицу. В филиале номер один Причистинской сельской библиотеки по расписанию штатному двое. Увеличится на одну единицу, то есть в дальнейшем будет три единицы у нас в связи с модернизацией. У нас, естественно, увеличится и фонд библиотечный. Отделочные работы будут завершены до конца месяца. После этого приступят к обустройству кабинетов. Заказано 700 тысяч экземпляров книг, вся необходимая мебель и оргтехника. Проект работает по системе софинансирования. Общая сумма составляет 6 миллионов 172 900 рублей. Большая часть денег пойдет на оборудование этой библиотеки. Конечный итог, несомненно, понравится ее посетителям. Официальное открытие модельной библиотеки планируется до конца текущего года. Натуся Кучмезова, Сергей Лабынцев. Новости Кашихабльского района.